Сегодня Россия, к сожалению, не обладает полным государственным суверенитетом, то есть мы двигаемся в эту сторону, но мы еще не можем проводить ни внешнюю, ни, что самая большая проблема, внутреннюю политику полностью в интересах России. Поэтому нам нужен полный государственный суверенитет, чтобы мы в проведении этой политики не должны были оглядываться на Брюссель, Вашингтон, МВФ и так далее. Вот это первое, что нужно сделать, и это, в принципе, самое главное.